Хороший вопрос, только непонятно кому. Что вы будете делать с каналом, когда леса начнет стареть и перестанет зарничать? Слушайте, я не зарабатываю деньги на этом канале, как бы веду его исключительно, чтобы люди смотрели, да. Но если как бы смотреть будет не на что, то, наверное, я его не буду вести. Вот, либо поживем, увидим. Зачем как бы какие-то сценарии пытаться реализовать? Жизнь такая штука, она как бы сама выдает такие сценарии, которые никогда не придумаешь. Как лиса у вас появилась? Ну, как бы все очень просто. Я позвонил, сказал: «Здрасте, у вас есть лиса?» Мне сказали: «Да, у нас вот есть один щенок, готов забрать». Мне сказали: «Отлично». Спросили, какие условия, я все объяснил, и как бы вот так лиса появилась. Дальше. Я и так вижу, что Алиса попала в хорошие руки, в хорошую руку. Я вот сейчас ее глажу одной рукой. Дальше. Какова реакция людей, когда они узнают, что у вас есть лиса? Ну, все удивляются. Вот, вопросов нет, отлично. Чем ваша лиса отличается от домашних? От домашних она отличается очень сильно. Вот, во-первых, она, когда у нее не настроение, она кусается. Вот, во-вторых, она ведет себя, ну, как дикая лисица. В-третьих, у нее мордочка более вытянутая, а уши более стоящие, и хвост у нее не закручен в трубку наверх, а у домашних закручен. Да? Очень много, кстати, продают, я видел, лис, и пишут: «Это домашняя лиса», и показывают вот такую вот чертовку. Но то, что если люди возьмут такое животное домой, они очень сильно удивятся. Вот, как в том анекдоте, когда мужик с медведем пришел на рынок и спросил, кто мне 3 года назад хомячка продал. Ну иди, иди уже. Ой. Тут у нас настоящие работы. Песок все убираем, убираем. Но Алиска все копает и копает. Давай, давай, я тебя поглажу. Красотка. Ну и тут надо поесть вчерашней каши. После таких приключений даже кашу можно поесть. Кто говорил, что лисы не едят кашу? Едят.
Ну все, сворачивайся уже. Клубок. Нет. И все, села. Ой. Играться? Нет? Или уже не хочешь играться? Давай сядем, посидим просто. Алиса прячет цыпленка. Плохо спрятала, я видел. Поэтому она решила его все-таки вытащить. Алис, может там еще что-то есть? Ты уверена, что нету? Я могу посмотреть? Нет, не могу. Ай-я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 й. Что такое? Вот так. Вы думали, как учиться танцевать? Именно так. Подходит к лисе ногой и дразнит ее. А потом начинает так вот танцевать. Что ты скулишь? Скулит? Только не надо на лавку прятать. На самом деле весной это очень полезно. Вообще круглогодично полезно. Есть не просто мясо, чтобы там и шкура была, и все остальное, особенно для диких животных. Вот. А весной тем более. Сейчас совет именос. Все, Алиса решила съесть птичку, вместо того, чтобы ее оставлять где-то в нычке. Ну, тем более, она уже заныкала двух или трех. Все. Съела птичку, научила меня танцевать. Все, на сегодня все закончено. О, и села на лавочку, да. Ну. Прыгай. Еще хочешь? Ну все. Теперь птицы нету, теперь можно поиграть. Довольная. Ой. Довольная, веселая лиса. Смотри, сейчас лапки грохнешься. Вот, видишь, не было бы моей ноги, уже бы валялась бы на земле. Вы посмотрите на эту веселую морду. Как мало лисе надо для счастья. Все отдыхают. А вон Алиска. Как всегда в своем любимом месте. На столе самое хорошее же поспать. Привет! Привет!
Что такое? Давно не виделись. О, кипятильник, а не лиса. Звук начал включаться. Значит, скоро будет включаться еще и покусывание, укусы. И то, что не нравится. Хотя вчера валялась со мной на диване прямо как собачка. Или как кот, скорее. Да? Хорошо. Наконец-то летние деньки. Ну? Давай, давай. О, да. Сегодня прибегала с еще одним цыпленком. Пыталась его опять, чтобы я ей открыл дверь в кабинет. Спрятать его среди книжек в кабинете. Что такое? Идут. Всем лесу отличается лиса от собаки, то что она всегда на шухере. Всегда готова убежать. Несмотря на то, спит она или... Ну вот сейчас особенно, да? Она бежит в лежачем положении, прямо на столе. Даже лапы так расставила, как будто бежит.